колбасу, алкогольные напитки и все, что понравилось, мужчина прятал за пазуху или клал в сумку. Он регулярно посещал магазины, тщательно выбирал товар и проходил мимо кассы, не заплатив. Так было до тех пор, пока охрана одного из супермаркетов не пресекла его очередную закупку. Для предотвращения предстоящей кражи охранники вызвали сотрудников полиции и показали запись с камер внутреннего видеонаблюдения. Мужчину задержали с поличным. В ходе расследования выяснилось, что местный житель был ранее судим за подобные преступления. В этот раз он наворовал почти на 40 тысяч рублей и совершил 13 краж за 30 дней. Теперь аппетит злоумышленнику придется поубавить. В отношении подозреваемого подразделением дознания УМВД России по городу Смоленску возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями Уголовного кодекса «Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию и кража». Задержанному жителю Смоленска грозит лишение свободы сроком до 2 лет. В настоящее время он взят под стражу. Виолетта Ефименко, Александр Ерофеев, Десна ТВ.